Всем привет, с вами Катерина Майерс, трансгендерная девушка и экс-капитан ФСБ. Я на данный момент нахожусь в аэропорту Домодедово. А конкретно я собиралась вылетать за границу, а именно в Мексику на отдых. Однако была задержана сотрудниками пограничных органов Федеральной службы безопасности России. И не пропущена через государственную границу. Ввиду того, что мне, Майерс Катерине Александровне, ограничили выезд. Ограничили они его на основании того, мотивировали тем, что на старых данных Чумаков Александр Сергеевич, который служил в Федеральной службе безопасности, был секретоносителем и, естественно, подписал документы, которые не дают ему выезд за границу в течение 5 лет, то есть до 2026 года, с момента увольнения. Мне мотивировали это тем же, хотя я совершенно новый человек, и как бы, в общем, меня держали с 8 утра, отпустили меня только что. Время сейчас 19:52, вышла я с зоны пограничного досмотра, пограничного контроля примерно 20 минут назад, то есть в 19:30. Я сейчас села для того, чтобы записать это видео. У меня имеется акт об изъятии вещей. У меня изъяли некоторые вещи. Вот. И акт досмотра. Вот. Личного досмотра. Также акт об изъятии заграничного паспорта. Вот как-то так. Был произвол. Были, конечно, оскорбления, в том числе касаемые моего гендера, то есть в связи с тем, что я трансгендерная девушка. Смеялись надо мной, был произвол, поэтому, естественно, я очень поражена этому. Так что теперь я останусь в России, но я буду бороться, буду пытаться, естественно, посылать запросы различные, в том числе в ФСБ. Также пытаться отменить эту секретку, потому что, честно, я даже не помню, что я ела на завтрак. Какая, блин, секретка? Вы о чем, ребят? Я вообще работаю в ночном клубе, и мне абсолютно все равно на вот эту всю политику и так далее и тому подобное, потому что хочется просто спокойно жить, радоваться, быть счастливой, приходить к тому месту. Поэтому вот так. Это бывший капитан ФСБ Александр Чумаков. Я не знаю, бывают ли они бывшими. Это очевидно, что да. Насчет гостайны. Ну вот, не знаю, Анатолий Борисович Чубайс как-то уехал без препятствий. Мне кажется, что насчет гостайны мог бы дать фору капитану Чумакову. Нет.